я Дэн. Мы из тех, кому всегда не сидится на месте. Спорт – огромная часть нашей жизни. Сноуборд, скейт, лонгборд, скалолазание, много всего еще. Никогда не отказываемся попробовать что-то новое. Пробовали виндсерфинг, вейк, прыгали с крыши, летали и валили в трубе. Короче, мы за любой кипиш. Даже если это поход в фитнес? Не, фитнес – это не так весело. Тягать железки нужно, но очень скучно. Спортивные компании погулять, или покатать, или по стропе походить – это совсем другое дело. Бывает, хочется собрать пару-тройку друзей, забутить треню, или попробовать какой-то новый вид движухи. Ну, мы обычные, и друзья у нас обычные. Работа, дела. Кому-то просто лень, а кто-то, ну, я тип не спортивный. Ну, так и получается, что желание есть, а одному тренить уже неинтересно как-то. Сложно пробовать тот или иной вид спорта без посторонней помощи. Но для первого раза тренера нанимать не обязательно, можно просто попросить опытного друга. И еще одна проблема – снаряга. Почти все виды спорта требуют ощутимых денежных вложений на старте. О да, у нас уже этой снаряги скопилось и на балконе, и в шкафу, и тут стоит, и там лежит. Но мы всегда рады поделиться. Для таких видов спорта, как слэклайн, вообще не обязательно, чтобы ты не было покупать. Просто приходи на тренинг. Компании начинать всегда веселее. Мы хотим собирать такие компании, людей, которым хочется попробовать что-то новое или просто потренить вместе. И мы с радостью поделимся опытом и снарягой. Вот только не думайте, что мы такие фитоняши и кушаем только правильную сою. Мы, конечно же, за спорт и здоровый дух в здоровом теле. Но бутылочка пива и бургер... Или коктейльчик в ночь танцев напролет. Точно не помешают. С вами была Ира. Дэн. Следи за анонсами встреч в сторис. Предлагай встречи в директ. Узнавай новые из наших публикаций. И, конечно же, лайк, шер. Сейф. С вами были Дэн. Ира.